Друзья, всем привет! Давно мы с вами не виделись. Вот, и сегодня у нас такое небольшое видео на тему данного инструмента. Он уже привлекает внимание, да, то есть он уже вызывает интерес, я так думаю. Во-первых, за счет своего рисунка. Это у нас хищник. Все прекрасно знают эту вселенную. Вот, он расположен сзади тоже. Это гитара от немецкого мастера Александра Класса. Вот, сделана в единственном экземпляре. Она была на выставке в Лос-Анджелесе какое-то время назад. Вот. И попала ко мне, по сути, просто от моего знакомого, моего хорошего друга. Вот. Соответственно, такой вот инструмент. На самом деле про него даже нечего рассказать, потому что я нигде не нашел про него спецификации. То есть никакие материалы здесь используются, никакие звукосниматели стоят. Там бридж, то есть, ну, ничего не понятно в этом инструменте. Он очень загадочный, мифический, так скажем. Но, тем не менее, интересный. Звучит, на самом деле, очень классно. Мне нравится, как он звучит. По звуку прям офигенно. То есть, тут звучки отрабатывают на все 100. Не знаю, что звучки, но они хорошие. Вот. Перейдем, наверное, сразу к минусам. Во-первых, здесь уже рисунок начал взбубениваться так. И это выглядит не очень красиво, не очень круто. Вот. Но самый жирный минус – это неудобство данного инструмента. Потому что в классику, да, сесть, ну, вот как-то она так и норовит уйти. То есть, как-то мне абсолютно некомфортно сидеть с ней в классику. Это прям как-то не очень. На правой ноге нормально, но... как бы есть свои приколы. А прикол тут заключается вот в этой штуке, которая мешает большому пальцу, в принципе, играть. То есть мы не можем никак обхватить гриф, да, в блюзовую позицию, когда играем на верхних ладах. То есть вот палец упирается сюда, и вот. Соответственно, доступа, ну, как бы есть, но очень тяжело. То есть очень тяжело играть в этих позициях. У меня складывается вообще большое впечатление, что этот инструмент сделан чисто под игру стоя. Но опять же, здесь очень нестандартное какое-то решение в плане этих ремней. То есть я даже не знаю, какой ремень сюда нужно вставлять. То здесь какой-то прям вот какой-то вставочный элемент. Непонятно, что сюда нужно всовывать. Вот, поэтому приходится играть так. То есть как оно играет и стоя, я, к сожалению, попробовать не могу. Вот. Даже не знаю, кстати, какая здесь мензура стоит. Вот. Вроде бы это мультимензура, но шестиструнная, поэтому фиг его знает. Ну, по ощущениям, на самом деле 25,5. То есть здесь как будто бы мультимензуры и нет. То есть это, наверное, как вот на Ибанезах там были, которые тоже с верными ладами, но вроде как мультимензуры не считалось. Поэтому как-то так. Опять же, безголовый инструмент, удобный, но, кстати, тяжелый. То есть довольно-таки увесистый аппарат, что очень много здесь вот дерева задействовано. Но опять же, мы не знаем, что это за дерево. Вот, бридж на самом деле, в принципе, удобный. Мне нравится, то есть здесь все просто крутится, да, то есть настройка это вот просто крутилки. Не надо, как вот на Гоке, вставлять медиатор, да. То есть все пальцами очень легко крутится. Это однозначно плюс. Вот, что еще? Мне очень нравится, на самом деле, вот гриф. Гриф реально удобный, и нравится маркировка на нем. Это прям реально как бы оргазм для глаз. Это прям очень приятная тема, очень прикольно. Ну, на то оно и кастом. Вот. Стоит инструмент, наверное, непомерно больших денег, по идее, должен был стоить, да? Но такие минусы у него существенные, из-за чего как бы никто бы такую гитару, в принципе, брать не стал, мне кажется, из вас, например. То есть, и я бы себе точно такую гитару брать бы не стал, потому что, ну, удобство сейчас, на самом деле, это все. То есть, можно на любой гитаре поменять звучки, но вот удобство ты не поменяешь. Поэтому тут такой вот жирный минус. Ну, вот, в принципе, наверное, на этом все, на этой ноте, да, по поводу гитары. Поэтому просто поиграем, потому что сказать реально больше нечего. То есть, тут трехпозиционный переключатель, одна ручка громкости, и все, больше ничего нету. Вот, инструмент не совсем удобный, увесистый, опять же, не стоит ни на стойке, ни на полу, поэтому
Ну, такое. То есть, короче, это, знаете, просто повесить вот на стенку, да, просто красоваться для поклонников фильмов, да, то есть, прям, мне кажется, круто. Но для простого гитариста, для кого-то человека выступающего или записывающегося дома, инструмент абсолютно непригодный, к сожалению. Поэтому давайте просто поиграем. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, очень вам благодарен за вашу активность, за вашу поддержку под моим прошлым видео. Также записывайтесь ко мне на занятия по игре на гитаре для тех, кому интересно, те, кто хочет прокачивать скилл, хочет играть металл. Вот, я пока что преподаю в основном только офлайн у себя дома в Москве в районе метро Новогиреево. Вот, но я купил себе веб-камеру, купил себе микрофон и осталось только дело настроить. Но если кто умеет настраивать, то, пожалуйста, пишите мне, мы попробуем это сделать. Вот. Хочу сказать, что видео получилось довольно тяжелым, много часов потрачено, особенно на запись гитары, потому что я очень много сначала какие-то рифы сочинял, подбирал это все дело, долго думал над этим. И потом, когда я записал офигенный дубль, на мой взгляд, мне все очень понравилось, я нажал на кнопку «Завершить» на телефоне, а он не записался. Это было большое разочарование, пришлось все записывать заново, придумывать заново все эти идеи, все эти рифы. Вот, поэтому я стараюсь для вас, ребят, поддержите, никакой склейки, никакой фанеры, только честная игра. Вот, как я могу, как я умею, так я вам и выдал. Вот, все это экспромт, импровизация, поэтому, в общем, как-то так. Всем спасибо еще раз за просмотр.